Приветствую всех любителей группы «Пикник». Меня зовут Олег Хадыкин. Я являюсь организатором концертов в Казахстане, в том числе туров группы «Пикник» по Казахстану. И на данный момент мы, организаторы, как группа, как вы, зрители, очень рассчитывали на то, что в этом апреле нам получится сделать этот долгожданный тур с группой «Пикник» по Казахстану. Но, к сожалению, концертные залы закрыты, карантин продлили. Возможно, к маю уже он будет ослабевать, мы на это надеемся. В связи с тем, что у артиста крайне загружен график, группа «Пикник» нам дает также апрель 2022 года. Эти концерты обязательно состоятся. Кстати, это будет юбилейный тур, большой тур. Уже группа «Пикник» готовит огромную, большую программу. Так что мы увидим прекрасное шоу. Но в следующем году я рассчитываю на то, что вы пойдете навстречу и сохраните билеты. Все билеты мы с обновленными датами пришлем всем нашим покупателям. Концерты в вашей стране переносятся на другое время в связи с известной ситуацией. Но не отменяются. Мы к вам обязательно приедем, как только все нормализуется. Следите за информацией на официальном сайте группы «Пикник». И до встречи на концерте. Всем здоровья! Мы благодарим каждого зрителя, который сохранит билеты, который так же, как и мы, ожидает открытия нашей концертной сферы, нашей индустрии, и мы сможем увидеться на концертах, наконец-то порадоваться живым выступлением наших любимых артистов, и это будет действительно незабываемо. Вот. Так что я благодарю каждого зрителя, и увидимся на концертах. Будьте здоровы!